Привет, друзья! Сегодня речь пойдет о часах ракета. Часы ракета выпускались и продолжают выпускаться на Петроградском часовом заводе. Один из старейших заводов в России. Основан он в 1721 году Петром I. Вот эти часы начали свой путь в 1961 году и названы они в честь полета Юрия Гагарина. Хотя западные страны, Западная Европа, Америка считали, что это связано с вооружением Советского Союза. Петродворцовый часовой завод создал единый механизм 2609NA. Впоследствии было выпущено множество модификаций, там антимагнитные для полярников, часы для незрячих и так далее. Вот эти часики шли на экспорт, как видно, написано по латыни, ракета Made in USSR. Часы шли на экспорт более чем 30 стран. Вот эти часы, диаметр их корпуса 34 мм. Сталь нержавеющая. На обратной стороне указан номер. Часы заводятся легко. Цифры большие. Смотрится очень хорошо. Дизайн неплохой. В общем, часы мне вот эти нравятся. В общем, все, что я хотел сказать. Всем спасибо за внимание. Всем пока.